Я уверен, что все понимают, что никаких танков, никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории НАТО не будет. Никто об этом даже не помышляет. И они это прекрасно знают. Это хороший повод использовать вот этих младонатовцев, которые русофобией заряжены, я не знаю уж почему. Они, кстати, когда в НАТО вступали, нас уговаривали американцы, те же самые, говорят, ну вы особо не поднимайте шум, они очень боятся, у них вот с той еще исторической эпохи, когда они в Советский Союз, в состав Советского Союза вошли не совсем по своей воле, у них вот эти фобии, вот мы их примем в наш Североатлантический альянс, в нашу семью, и они успокоятся. Они не успокоились. Они сейчас, уже став членами НАТО, они совсем по-другому себя ведут. Они, наоборот, используют это членство для того, чтобы как бы на нас наскакивать, атаковать нас в своей риторике постоянной. Я думаю, что просто используется вот эта их истерическая такая позиции в отношении России и попытки вот эту крымскую кампанию, крымское волеизъявление народа Крыма представить как наше агрессивное устремление для того, чтобы НАТО вот все-таки продвинулось оно на эти рубежи.